У приднестровцев скоро может появиться новый паспорт. Об этом в интервью нашему каналу рассказал министр внутренних дел Руслан Мова. Вот приблизительный макет персональной идентификационной карты. Новый документ будет пластиковым. Такие карты используются во многих развитых странах мира. Несколько недель назад я согласовал с главой государства образец нового паспорта гражданина Приднестровья. Это будет пластиковый документ международного образца. Размер по подобию технического паспорта, водительского удостоверения. При этом бумажный паспорт останется тоже. По желанию граждане могут использовать как один, так и второй. В новом паспорте будет больше информации. ID давно используется во многих странах. Например, в США роль паспорта играют водительские права. Они есть даже у тех, кто не имеет права вождения. В кусочке пластика вся информация о человеке. Фото, подпись, адрес, рост, цвет глаз и иногда даже отпечатки пальцев. ID-карты есть во многих европейских государствах. Евросоюз в прошлом году одобрил единую ID-карту для всех жителей ЕС. МВД планирует еще несколько новинок, например, электронный сервис, где можно получить несколько видов услуг. А еще при наличии специального приложения на телефоне можно будет не возить с собой все документы. Если у гражданина есть штрих-код, то можно забыть дома водительское удостоверение, можно забыть дома технический паспорт, либо паспорт. Если вас остановит сотрудник ГАИ, то тем приложением, которое сегодня есть у сотрудников ГАИ, считают и увидят всю информацию о вас. И никто не составит административный протокол за отсутствие водительского удостоверения. Приложение можно будет скачать на сайте МВД, когда систему запустят. По словам Руслана Мовы, Министерство внутренних дел продолжит создавать новые технологические продукты, чтобы отношения между гражданином и государством значительно упрощались.